Концерт органной музыки по традиции открыла токката и фуга ре минор Иоганна Себастьяна Баха. Но на этот раз пронзительное произведение немецкого композитора прозвучало не в стенах Белгородской филармонии, а на открытом воздухе. В Белгороде состоялся первый органный open-air в Центральной России, на котором презентовали новый голландский цифровой орган фирмы «Йоханус». Этот инструмент своего рода такой заменитель духового органа, потому что в нем записаны сэмплы настоящих регистров, настоящих труб инструмента. То есть он максимально приближенное звучание к духовому органу имеет, и вместе с тем внутри запечатлено сразу три разных органа. Целый симфонический оркестр в одном инструменте. Барочный, исторический, романтический и симфонический. 39 красок и звучаний, 3 ручные клавиатуры и 30 педальных клавиш. В диапазон возможностей цифрового органа входит необычная техника – игра на гамме. От средневековой музыки до современных саундтреков и роковых композиций. Программа была построена таким образом, что зрители смогли оценить практически все возможности уникального цифрового органа. У этого инструмента есть возможность нажать кнопку меню и перебраться в строй темперации мезотонический или среднетоновый. Это значит, что ни один из тональных ходов не будет одинаковым. Каждая тональность будет иметь индивидуальность. Часто в Сочи бываем в органном зале, но что-то в этот раз показалось намного качественнее, намного интереснее. Послушать такую замечательную музыку на природе летом, это что может быть лучше? Прекрасный летний вечер. В таком формате первый раз, очень понравилось. И всем советуем, и пусть все завидуют, кто не попал на это мероприятие. Это просто неописуемый восторг. Кроме органных соло, в концерте прозвучали композицию с участием солистки Белгородской филармонии Галины Зольниковой, барабанщицы Юлии Городовой и скрипача Никиты Давыдова. Завершение концерта было фееричным. Мария Ковалева, Николай Русанов, Дмитрий Ерема, Белгород Медиа.